Кол Пашинян и генсек ОДКБ обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, региональных развитиях и вызовах безопасности. Арарат Мирзаян подчеркнул необходимость четкого и целенаправленного ответа ОДКБ на военную агрессию, осуществленную Азербайджаном против суверенной территории Армении, являющейся членом организации. США призвали Баку уважать основные права и свободы человека. Парламент Каталонии потребовал от ЕС воздействовать на Азербайджан для прекращения агрессии против Армении и Арцаха. Из-за сложившейся экономической сложной ситуации в Арцахе 8300 человек лишены рабочих мест. При посредничестве Красного Креста 12 больных были перевезены из Арцаха в Армению. Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации, заявил Вучич. Переговоры продолжаются, подаляк о вероятности разговора между Зеленским и Син Цзиньпином. Отношения Тегерана и МАГАТЭ сейчас находятся на правильном пути, заявил министр иностранных дел Ирана.